Мы ничего не хотим сказать. Мы взяли основной лозунг, который был в 17-м году, и продублировали его. Мы ничего противозаконного не делаем. Мы основной лозунг дублируем. У нас сегодня праздник, день Октябрьской революции. А это был основной лозунг в революции. Это день Октябрьской революции. Основной лозунг был «Сегодня праздник». Вот мы основной лозунг взяли революцию и решили пройти, напомнить историю. Мы помним одно единственное государство. Совершенно верно. Да, умничный. Я обычно своим оппонентам говорю, это то самое, что я ваш день рождения отмечаю, зову гостей, на работу не хожу, а свой не отмечаю. То есть я хочу сказать, что в России этого праздника не существует. Это рабочий день, колыбель революции. Да. А мы почему-то с дуру решили устроить выходной день и праздник. Ну это ужас какой-то. Да, да вы самодержавие. Чего? На основании чего? На основании чего мы задерживаем? Это не митинг, это праздник. Вы что, против праздника? Вы что, против Лукашенко? Вы что, не уважаете президента нашего? Вы что? Сегодня празднование, сегодня праздник. Вот это вот митинг. Никакой не митинг. Никакой. Мы поддерживаем День Октябрьской революции. Да, День Октябрьской революции. Вот у вас на шапке герб Республики Беларусь. Вы что, против этого герба? Вы что, против президента? Вы что, против этой власти? Это праздник. Так, а тогда на основании чего вы нас задерживаете? Мы радуемся, что у нас революция свершилась. Мы радуемся. Мы выражаем свою радость, что люди у нас так живут хорошо. Вы что, вы нам запретили голосовать, запретили, вы нам запрещаете даже радоваться. Извините, выразить не могу свое восхищение и возмущение. Видите, какой, извините, как это мне санкционировать? У вас был, а меня до 12 часов ваши братья продержали в Ленинском РОВД. И как я мог выйти, когда вы проводили тут свой праздник? Как я мог? Заранее нас ждали, его возле подъезда меня. Вы правильно говорите, заранее нас ждали. Вы правильно сказали. Так чего вы боитесь? А я что, не народ? Я что, не народ? Это не шествие. Я радуюсь жизни. Беларусь — страна для жизни. В интернете написали статью, говорят, если белорусу отрубить голову... То а что вы думаете по этому поводу? Ваше мнение? Люди, пробуждайтесь! Просыпайтесь! Разрешено... Три человека, чтобы в компании было, а тут два. Иначе если больше трех, то это другое дело. А тут два человека, есть большая разница. Во-первых, вот этим им, даже мы же и платим с нашего кошелька, наши налоги, вот которые мальчики, вот останавливают, действительно не дают этот самый. Сейчас сюда приедут. Это не митинг. Мы хотим пройти. Мы не митинг. Мы радуем, так сказать, общество, что мы живем в стране. Нет, я жизни. Пикет. А вот. Днем. О, мы Октябрьская революция. А скажите, это не то? А почему вы их задержали? У вас какие-то социальные вызывают? Да. Вот спросите. То есть вы с ними тоже согласны? Да, ну, так они мешают им идти. А что, собственно, они нарушают? Самое интересное, это был основной лозунг революции. Нет, ну я мне не объясняйте, я уже давно все поняла, я просто не понимаю, почему мальчики вас задержали. Они ж не толпой ходят, только два человека, и все. Улицы, церковь, церковь, церковь.
вас какие-то неправильные ассоциации, молодые люди. Да, у вас абсолютно неправильные ассоциации. Вы же меня сегодня видели, но только один человек сказал, что я раньше. Я ничего не нарушаю. Я хотел на праздник прийти, а вы меня задержали утром. Поэтому вы не имеете права.